Что же, как говорится, весной любой фрукт полезен. Ладно, что-то я чушь несу. Короче, смотрим КВН. С вами команда КВН технологического факультета. Так что? Этот выход уже был на осени. Ванек, может, хватит нас останавливать? Я здесь. Может, хватит нас останавливать? Я здесь, говорю. Так все, он же не смешной, ребят. Но нам нравится этот выход, мы хотим с ним выступать. Вы что, простили, что ли? Ванек, ты что такой дерзкий? Или просто дерзкий? Я вас хоть пальцем тронул? А сейчас? Заткнись! Так, ладно, все, ребят, давайте не будем ссориться. У нас есть конкурент. Итак, что мы знаем об экономическом факультете? У них не было КВН. А что мы знаем о команде КВН? Сердце инженера. Ничего! А что мы знаем об агрофаге? Сергей? Что ты хотел сказать? Что, с ума сошел, что ли? Ну, мы начинаем. Боже, какой мужчина. Табак, перегары, щетина. Парень не умеет говорить привет. Привет. Бомж нашел айфон. Телефон, да? Айфон! Блин, китайский! Я водяной, я водяной. Никто... Парень думает, что он губка. Смотри, шарабас. Во мне просто много влаги! Гопник, который не умеет свистеть. Эй, пацан! Эй, парниш! Эй, пацанчик! Что ж за день такой? Никого не гопник. Скоро весенний призыв, и поэтому вашему вниманию случай в военкомате. Следующий. Я стоматолог. Случай на день влюбленных. Дорогая. Честь моих искренних чувств — это тебе. О, кольцо! Дорогой, я согласна! Какое кольцо? Алло, мам! Ну, все сделала, как ты сказал. Походу, жди сватов. Не секрет, я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Бомж на свидании. Любит. Не любит. Любит. Не любит. Любит? Дорогой, я пришла. Дорогая, смотри, твоих любимых оторвал. Ешь! Случай на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи.
Дмитрий Анатольевич, смотрите, кольцо не раскрылось. Я спалю. Кольцо не раскрылось, я знаю, что вы не спите. Да не буду я смотреть. Пусть лучше все скажут, что Медведев уснул, чем кольцо не раскрылось. Девушка, которая работает в Макдональдсе, разговаривает с парнем по телефону. Дорогая, я понял, нам надо расстаться. Ну, понятно. Свободная тёлка! Вы не скажете, где здесь туалет? Человек-паук поздно возвращается домой. Случай на украинской таможне. Оружие, наркотики есть? Нет. Рекс, нюх. Валяй, дурака, Америка. Случай на дискотеке. Девушка, можно с вами потанцевать? Ну, пожалуйста, хотя бы один танец. Я вас научу. Вот такие девушки пошли. Не успел на танец пригласить, уже на шесть села. Аппараты Гардемарины. Покупайте слуховые аппараты Гардемарины, а то будете как они. Алёшка! Софья! Случай на битве экстрасенсов. Я вижу, тебе осталось 10 дней. Тебе 7 дней. А тебе, деточка, один день. Неправда. Правда. Я всегда говорю правду. Неправда. Я сдала последний зачет. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаю туч. Ну и шуточки у тебя, ветер, дурацкий. Кто черный поэт, а покорит весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его. А такая ситуация может произойти с каждым парнем. Свет, прости меня! Я все осознал! Я люблю тебя! А, посидел недельку в погребе, осознал. Еще посиди. Может, подумаешь, когда у нас свадьба? Случай в автошколе. Простите меня, пожалуйста! Девушка, у меня нельзя водить машину! Это еще почему? Да вы тренажер разбили! Девушка делится впечатлениями после посещения 7D-кинотеатра. Привет! Привет! Я тебе не рассказывала, я в 7D была! Нет! Хочешь, расскажу, садись. Короче, там так было клёво. Сначала так, а потом так, а потом так, а потом так, короче. Вот, и это ещё только
просто сногсшибательный парень. Русскую народную пословицу. Поспешишь, людей насмешишь. Мы спешили, как могли. Спасибо большое. Я хорош.